Рейнхольд Малахбеков вырывает победу у олимпийской знаменитости. Поздравим нашего первого чемпиона. Казалось, главная площадь республики не могла вместить всех желающих принять участие в митинге чествования своего первого чемпиона мира по боксу Рейнхольда Малахбекова и его тренера Цирена Балзанова. Я очень рад, что вы меня так все встретили. Спасибо вам. Убедительная победа Рейнхольда Малахбекова. Попал, да? По печени. Все. Молодец. Юниор Олимпийских игр в Атланте. Сегодня заслуженный мастер спорта, 25-летний Рейнхольд, становится 7-кратным чемпионом России. Эвандер Холифилд может быть доволен таким боксером, как Рейнхольд Малахбеков. Он выходит в полуфинал. Первый наш боксер выходит в финал. Серебро завоевать на Олимпиаде далеко не каждому это дано. Ну, ему, мне кажется, выступает конкуренция только Александр Лебедяк. Да, наверное, очень мало таких вообще сейчас спортсменов. Да. Моя мечта – это открыть действительно это Академию бокса имени Малахбекова. Вот мои друзья мне предлагают открыть в Москве. Вот сейчас ищем помещение, где откроем этот спортзал. И будем тренировать детей там бесплатно. И я надеюсь, что я за свою жизнь сделал что-то, когда я открою академию свою. Поэтому будем надеяться, в следующем году будет академия уже бокса Малахбекова.